Уже сегодня любой житель столицы может стать гостем международного фестиваля «Шаттык». Его молодые участники на площади у монумента Байтерек будут петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах сложнейшие мелодии. А для многих из них это выступление станет дорогой на эстрадный Олимп. Сейчас на площади работает наш корреспондент Елена Шрайбер. Елена, здравствуйте. Вам уже раскрыли секрет, как стать звездой за один день? Здравствуйте, Эльвира. Секрет или, скорее, рецепт успеха я узнала. И скажу вам, он не так-то прост. По крайней мере, сделать головокружительную карьеру за один день не получится. И чтобы стать настоящей звездой, нужно обладать талантом и закрепить это все усердной работой над собой. И только так вы сможете хоть чуточку приблизиться к сегодняшним участникам. Эти дети приехали из разных уголков мира. Они говорят и поют на разных языках, выступают в своих национальных костюмах и играют на традиционных музыкальных инструментах. Способов заявить о себе у них несколько. Организаторы предлагают выступить в следующих номинациях. Это вокал, хореография, народное исполнение, театральное творчество, изобразительное искусство. Каждому коллективу выдают полчаса славы, а вот сольным исполнителям предоставляется времени гораздо меньше. И пока выдалась свободная минутка, у меня сейчас гости из России. Здравствуйте! Скажите, какого вы города? Из Челябинска. Что вы сегодня будете нам показывать? Ну, петь, танцевать, играть на инструментах. Скажите, вы уже раньше выступали на таких мероприятиях? Конечно, мы лауреаты нескольких международных премий. И не раз были в Казахстане, и в том числе в Казахстане. Но в Астане мы первый раз, и надеемся, что сегодня все пройдет очень хорошо, и мы покорим ваши сердца. Хорошо, спасибо большое. А мы продолжаем. Уже 5 лет фестиваль «Шаттык» радует астанчан и дает дорогу молодым дарованиям. К слову, жюри конкурса – это ведущие специалисты культуры и образования, а также заслуженные деятели искусств. И думаю, участники ждут от них не столько хороших оценок, сколько совета и напутствия. Что ж, сегодня началась череда мероприятий, посвященных празднованию Дню столицы. Во всех уголках города раздаются концерты с выступлением звезд казахстанской и зарубежной эстрады. И кто знает, может, будущая мировая звезда как раз сейчас выступает на этой сцене. Эльвира, вам слово. Спасибо большое, Елена.